Сейчас я покажу тебе типы обманщиков в Adobe. Досмотри видео до конца, будет очень интересно. Перед тем, как мы начнем, у тебя есть возможность получить бета-мечты абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать свой ник в Роблоксе и какого бета-мечты ты хочешь. Trust Trade обманщики. Так, чем бы заняться в Adobe? Тут один чел какой-то стоит. В принципе, ничего. Кто Trust Trade? Пиши я. Trust Trade? А ну-ка. Я хочу Trust Trade. Я хочу питомчика какого-то получить классного. Я. Привет. Приветики. А, что хочешь? Что хочешь? Какого питомца хочешь? Давай божью коровку, а я тебе такого с подарком взамен. А, на халяву металлического быка? Вау, прикольненько. Но почему бы нет, в принципе, давай. Я собираю себе металлических быков, хочу сделать их как можно больше. Так, ну хорошо. Окей, Trust Trade, так Trust Trade. Так, так, давай, давай. Блин, офигеть, он мне подарит мне еще с дополнительно металлического бычка. Вот это классно. Так, ну блин, как же долго эти трейды? Я хочу получить уже своего питомца. Давай быстрее, пожалуйста. Давай, давай, adopt me, adopt me. Он же честный человек, вот по нему видно. Так, ну давай. И подтвердить. Все, отличненько. Ну, ура, ура, ура. Все, так, сейчас дам подарок. Окей. Давай, жду. А, подожди, куда он делся? Куда он делся? Черт, он украл. Он украл, блин. Фу, вот же гадина, обманщик. Обманщики, которые хотят, чтобы ты доложил еще больше питомцев. Так, я хочу затрейдить еще какого-нибудь питомца прикольного, но я не могу никого найти. О, вау, у этого человека акула. Блин, у меня вообще акулы нет и никогда не было. Я хочу акулу себе получить. Каким образом? Так, стоп, стоп, стоп. Так, надеюсь, ты русский. Привет. Привет, привет, привет. Так, я надеюсь, что ты русский, ты ответишь мне. Блин, я так хочу эту акулу затрейдить. Офигеть. Так, что он пишет? А, блин, он не русский, походу. Блин, как же мне теперь затрейдить? Я же вообще кроме русского... Он русский! Блин, супер. А, можно трейд за акулу? Может быть, он захочет? Хочу акулу, пожалуйста. А, блин, это же офигеть, какой питомец классный. Можно? О, отлично, отлично. Так, давай, трейд. Супер. Такс, клади акулку. Давай, блин, офигеть, акулка. Так, что за нее можно предложить? Может быть, за нее какого-то флайрайт пэта можно предложить? А, блин, ну я даже не знаю, какого. Ну, давай, короче, вот этого цербери. Я думаю, ему достаточно будет. Так. А, еще доложить? Блин, еще доложить? Ну, я думаю, в принципе, еще можно доложить. Я думаю, не проблемка, но давай, давай тогда... Давай павлинчика типа еще доложу. Я думаю, в принципе, за акулу павлина-то купить можно. И цербера купить, а акулу эту хрен выбьешь. Так, ну, устраивает тебя? Давай. Устраивает? Принимай трейд. Принимай. Еще немного доложить надо. Еще немного доложить надо. Ага, понял. Так, еще немного. Ну, блин, я так хочу эту акулу, капец. Ну, я даже не знаю, что. Ну, давай, держи вот этого. Давай, держи вот этого питомца. Так. Ну, я не знаю, хватит ему на этот раз. Потому что у меня там питомцы уже, в принципе, уже дороговато будет, мне кажется, нет? Ну, блин, я так эту акулу хочу. Мало? Да что ж такое, блин, хватит. Почему он просит постоянно? Доложи еще. Блин. Ну, окей, давай от этого бычка еще доложу. Надеюсь, ему хватит на этот раз. Уже, в принципе, нормальный трейд за акулу, блин. Давай, ну, блин, акулу хочется, капец. Я уже, в принципе, готов отдать все, что угодно за эту акулу. Ну уже, принимай, пожалуйста, давай, принимай. Еще надо ультра доложить, да что ж такое-то, блин. Черт, кого же доложить ему? Может быть, шибаину? Ну ладно, давай шибаину доложу. И что еще? Ну, блин, даже не знаю, ну давай еще овчарку доложу, чтобы уже наверняка. Надеюсь, этого ему хватит. Давай, родненький, давай, принимай, давай. Принимай. Так, еще рарного давай. Да блин. Еще рарного, ну блин. Ну ладно, короче, бобра и еще кого-нибудь. Ну окей, давай кролика. Все, надеюсь, хватит ему.
Так, ну ладно, на всякий случай еще что-нибудь доложу ему. Вот давай еще вот такого бычка доложу. Надеюсь, хватит ему вот этого, блин. Капец. Ну уже. О, он принимает трейд. Охренеть, он принимает трейд. Такс. Ну давай. Давай, пожалуйста, хоть бы он не отменил, блин, это же мой питомец, давай. Давай, мой любимый питомец, это уже мой пэт мечты, давай, пожалуйста, принимай. Да, он принял, офигеть, черт. Вот это офигенно. Спасибо за пэтов, ха-ха-ха. А че он смеется? Блин, я сам не заметил, как переплатил за этого питомца, офигеть. Черт, я так ее сильно хотел, что просто этого не заметил. Обманщики, которые всеми силами доказывают, что это не обман. Так, Trust Trade, пиши я. Блин, да это ж обман, я уже попался на такую фигню. Не-не-не, спасибо. Так, нужно его сразу... Detected, обманщик detected, просто обманщик. Ты врун. Это вранье. Неправда? В смысле неправда? Ты обманщик, я уже попался на такой обман. Trust Trade — это всегда обман. Я еще никого не обманывал, клянусь. В смысле, клянешься ты? Да я тебе не верю. Ты разбийник. Если хочешь, проверь. Блин, а в принципе... Да это обман, блин, стоп, не надо. Да это обман. Не обманщик. Зуб даю. Блин, если хочешь, проверь, он написал, типа... Блин, может, реально я проверю, что он не обманщик, типа, и все. И если он не обманщик, я... Ну, нужно же проверить, что не обманщик, правильно? Ну, окей, хорошо. Ладно, так, ну, мне нужно питомчика моего прокачать. А как мне проверить? Ну, ладно. Правда не обман? Так, я надеюсь, что правда. Я не думаю, что он будет врать. Он выглядит как добропорядочный человек. Правда? Ну, окей. Хорошо, давай тогда кину трейд тебе, давай забирай. Что? Мы друг друга не обманываем. Ага, я понял. Какой подарок дашь Цербера? Я надеюсь, что он даст мне Цербера в подарок. Дам. Ламу дать? Может быть, он ламу захочет? Так, ну я сейчас проверю, что он не обманщик и без проблем. Давай, окей, хорошо. Так, я ему сейчас просто дам ламу, я вот проверю, если он, ну, он же не обманщик, он мне поклялся. Он мне поклялся, что он не обманщик, я ему сейчас отдам питомца, и он мне отдаст просто с подарком уже вот с этим вот сервером, и все. И все супер будет. Я не думаю, что будут какие-то проблемы с этим. А, он даже мамой клянется, ну 100% не обманщик. 100% не обманщик, тут можно даже не сомневаться в этом. Давай, только он пишет как-то по-странному. Так, все, я отдал. Все, можно, пожалуйста, мне питомца? Пожалуйста, мне питомца. Пожалуйста. Стоп. В смысле? Меня опять обманули?